Соединенные Штаты и их союзники не прекращают строительство систем глобальной противоракетной обороны. Причем ни наши озабоченности, ни предложения о сотрудничестве, к сожалению, в расчет не принимаются. Мы неоднократно указывали, что подобные действия расцениваем как попытку подорвать существующий паритет в области ракетно-ядерных вооружений, а по сути расшатать всю систему глобальной и региональной стабильности. Нас заверяли, что система противоракетной обороны и европейский сегмент, предназначенный для защиты иранских баллистических ракет. Однако мы знаем, что ситуация с иранской ядерной проблемой урегулирована, соответствующие соглашения подписаны, более того, утверждены соответствующими парламентами, а работа над системами противоракетной обороны, тем не менее, продолжается. Таким образом, ссылки на иранскую, да, и на северокорейскую ракетно-ядерные угрозы лишь прикрывают истинные планы, а их истинная цель в нейтрализации стратегического ядерного потенциала других ядерных государств, кроме Соединенных Штатов и их союзников, прежде всего, конечно, нашей страны, России. И тем самым стремление получить решающее военное превосходство со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы не раз говорили, что Россия примет необходимые ответные меры по укреплению потенциала стратегических ядерных сил. Мы будем работать и над системами противоракетной обороны, но на первом этапе, как мы неоднократно, повторяю, говорили, будем работать и над ударными системами, которые в состоянии преодолевать любые системы противоракетной обороны.